12 июня – День России. Пусть в сердце каждого гражданина будет место для любви к своей родине. Всем известно, что береза является символом России. И поэтому я хочу зачитать стихотворение. Всеволода Рождественского береза. Чуть солнце пригрело откос, и стало в лесу потеплей. Береза, зеленый кос, развесила с тонких ветвей. Вся в белое платье одета, в сережках, в листве кружевной. Встречает горячее лето, она на опушке лесной. Гроза ли над ней пронесется, прильнет ли болотная мгла. Дождинки встряхнув, улыбнется береза и вновь весела. Наряд ее легкий чудесен, нет дерева сердцу милей. И много задумчивых песен поется в народе о ней. Он делит с ней радость и слезы, и так ее дни хороши, что кажется, в шуме берез есть что-то от русской души.